Большая часть отдыхающих, которые чувствуют недомогание, приходят в городскую поликлинику. Это ближайшее к побережью лечебное учреждение. Здесь говорят, что электронная регистратура с 6 позициями, начиная от справки и далее, позволяет разделять потоки. Это упрощает дальнейшую работу. Нет простоев и очередей, соответственно, тоже. Пока здесь ежедневно принимают порядка 500 пациентов, в 2 раза меньше, чем во время вспышек простудных заболеваний в межсезонье. Сейчас на данный момент, благодаря тем структурным изменениям, которые мы провели зимой и весной, нагрузка не такая большая и более комфортные условия для посещения поликлиники. Всего городские медики наблюдают порядка 65 тысяч человек. Из них 27 тысяч получают первичную помощь гораздо ближе к дому, чем раньше. Вера Мироновна живет в 12-м микрорайоне. С тех пор, как здесь, по решению главы города Сергея Сергеева, открыли офис врача общей практики, она не была в центральной поликлинике. Не было необходимости. Сильно очереди нет, обслуживают нормально, хорошо. На уколы ходила замечательно. Очень девушки хорошие. Филиал городской поликлиники в 3-м микрорайоне также значительно разгрузил главное медучреждение. Здесь обслуживают 9 участков. Эта часть города активно развивается, сдаются новые дома. Немало квартир покупают жители со всей России, чтобы летом сдавать отдыхающим или приезжать самим. Выросла. Процентов 20-30, вот так вот немножко выросла. Справляемся, как-то выходим из ситуации. Прием дольше ведем, раньше приходим. Отдыхающие в основном приходят с перегревами, солнечными ожогами, различными травмами, обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. При этом первая половина лета выдалась относительно прохладной, поэтому не исключено, что в августе работы у анапских медиков может прибавиться.